Красноярцев приглашают обниматься. Приближается один из самых необычных и в то же время душевных праздников – Международный день объятий. Во всем мире его отмечают 21 января. Красноярский дом дружбы записал по этому поводу видео. В ролике «В объятиях» сплелись представители русского, татарского, чувашского, киргизского, бурятского народов. По сложившейся традиции в этот день принято обниматься просто так, без повода, причем даже с незнакомцами. Считается, что во время объятий люди обмениваются хорошим настроением, заряжаются положительными эмоциями. В честь праздника запустили флешмоб во ВКонтакте. Пользователям предлагают записать видео с поздравлениями и дружескими объятиями. Для того, чтобы ролик не затерялся на просторах сети, его нужно опубликовать с хэштегами «День объятий народа России» и «Народные языки». Поздравляю вас с Международным днем объятий! Рузи огуш мубарак! Тебарилгин удурор! Днем объятий!